чтобы ни один другой не смог с ним сравниться. И вот он перед вами. Воплощение его идей. Ура, ура. Что прикажете подать, сэр? Горбуш. Хорошо, сэр. Я этого не одобряю, Роза. Ты же знаешь. Прекрасно. Благодарю вас. Дай мне указ. Она знает. А вам, сэр? Принесите баранину с кровью под мятным соусом. Угу. Ты ведь не против, милая? Мне колбасу. Да, мэм. Так ты что, может, и мясо будешь за нее резать, Кэл? Эй, а кто придумал название «Титаник»? Вы сами, Брюс? Вообще-то я. Видите ли, прежде всего думал о размерах. Огромный, значит, надежный, роскошный и, главное, мощный. Вы слышали о докторе Фрейде, мистер Исмей? Его мысли об озабоченности некоторых мужчин размерами показались бы вам крайне интересными. Да что это с тобой сегодня? Простите. Приношу извинения. Непростая штучка. Справишься, Кэл? Просто теперь я буду более внимателен к тому, что она читает, миссис Браун. Фрейд, кто это? Пассажир?